сама вот эта последовательность изданий, которая предложена, она так удивительно помогла с самой песней сказкой встретиться. Вот на самом деле вот это издание песни, оно такое дарит ощущение волшебства, вот такой благодарности, такой нежности. Вот эта музыка волшебная, вот такой рассказ, вот прямо к сердцу, который льется из песни. И встреча с видеотекстом, она подарила ощущение, что это такое удивительное сказочное явление, подарено песней сказкой «Дивная страна». Сам образ «Дивной страны» он как ощутился таким волшебным, наполняющим, таким, ну, необыкновенным. И как здорово, что благодаря этой песне сказки можно слушать, смотреть и знакомиться, ощущать эту красоту волшебную. И вот интересно, когда душа прикоснулась к этому чуду, взять в руки открытку, просто, не знаю, восторг от того, что можно к такому высокому так близко и так просто отнестись. Вот так, он просто рядышком оказался, так четко написан, так ясно можно прочитать каждое слово и вчитаться, встретиться с этой красотой. Вот как ощутить последовательность действий, ощутить действия каждого героя этой песни-сказки. Просто необыкновенная возможность, созданная этой открыткой. И все это именно вот вместе с той наполненностью, красотой, которую подарил видеофильм. Такое чувство, что вот эта встреча, она продолжается, и она вот прям приходит, ну как-то вот прям в мой дом приходит эта возможность встречаться. Вот я прям ощутила то, что нам подарено в строчках, представляющих сказочный мир. Такое возвышенное духовное искусство и такое близкое одновременно. Вот благодаря открытке с текстом песни это так почувствовалось, такая возможность приблизиться.